Необходимо снова возвращаться в оборону. Кубат. Вот такой бросок. Мецла шайбу ловит. А вот там кто-то из Салавата, кто против Кубы-то сейчас играл, лежит на льду и корчится от боли. Это Григорий Панин. Хотя вроде ничего не происходило. И Кубат сам так удивленно смотрит на Панина. Дескать, а я-то вообще не при делах. А что произошло? Давайте посмотрим. Что-то там непонятно, что произошло. Так, вот Панин. Вот бросок. Ага, Кубат упал. Просто Кубат упал на левую ногу Панину. Понятно, что это никакое не нарушение. И понятно, что не было в этом абсолютно никакого злого умысла. Крюков и Ларсен повезли Панина на скамейку. Мы еще раз смотрим момент. Кубат падает на ногу Панину. И это, я так понимаю, что сегодня-то Панин уже совершенно точно не вернется. Тут вопрос вообще о сроках восстановления. Это может надолго.